Здравствуйте. С каждым днем количество подписчиков нашего канала растет хорошим темпом. И вот сегодня решил выложить очередное видео. Это видео для тех, кто интересуется вопросом, почему в автомобиле с пассажирской или с водительской стороны дует холодный воздух. Рекомендации, как установить причину и как избавиться. Я перепахал пол интернета и нашел для вас интересные материалы. Хочу вам сообщить, если у вас такая проблема, на что с самого начала нужно обратить ваше внимание. На собственном опыте и начитавшись форуму, могу вам перечислить главные причины проблемы. Первое. Загрязненный радиатор печки. Второе. Сервопривод заслонок. Третье. Сломанный рычаг заслонки или отскок рычага из своего гнезда. Четвертое. Термодатчики в салоне автомобиля, которые контролируют температуру в салоне и передают информацию в бортовом компьютере. Пятый. Блок клапанов климата, которым оборудованы, например, автомобили Audi. И, наконец, наверное, существует еще шестая причина, о котором я не знаю. Если вы встречались с такой проблемой, пожалуйста, пишите в комментариях ниже. Начнем с самого главного, а потом перейдем на другие причины. Главной причиной такой неполадки в первую очередь можно назвать засорение радиатора печки. Тут на примере видно, что все соты отверстия радиатора с пассажирской стороны забиты. Когда уже до такого состояния доходит радиатор, думаю, тут обыкновенная промывка уже не поможет. На что нужно обратить наше внимание, когда с одной стороны не греет печка. Если не ошибаюсь, после 2000 года выпускаются автомобили, где внутри печки есть заслонки, которые регулируют поток воздуха отдельно на водительскую сторону и отдельно на сторону пассажира. Чаще всего именно на таких машинах происходит такой неприятность. Теперь обратим внимание на то, что в большинстве случаев в радиаторах именно на одном стороне накапливается грязь и закрывает отверстие, куда должен проходить горячий антифриз. Если посмотреть все это с точки зрения физики, тогда нетрудно будет догадаться, почему именно в этой части радиатора накапливается и заседает грязь. Например, на Volkswagen CC и на других машинах в салоне радиатор печки стоит вот в таком положении. Входная и выходная трубка находятся налево. Грязь в радиаторе накапливается в другом стороне. Вот здесь, если с пассажирской стороны дует холодный воздух, можно тогда подозревать, что причина грязный радиатор. А если с другой стороны дует холодный воздух, тогда лучше искать другую причину. Например, в Toyota RAV4 в салоне радиатор расположен так. Если с водительской стороны дует холодный воздух, тогда с большой вероятностью можно подозревать, что причина загрязненный радиатор. В какой машине как расположен радиатор можно легко установить. Достаточно под торпедой с одной стороны снять обшивку и посмотреть, с какой стороны трубки. Теперь поговорим о сервоприводах. Сервоприводы открывают и закрывают заслонки. Иногда случается, что один из них выходит из строя, и, например, сервопривод, который отвечает на открытие и закрытие левой стороны, заклинивает и не может открыть левую заслонку. Или не исключено, что у заслонки отломается крепление, или тяга сервопривода отскакивает из гнезда. Чаще всего такие отломы и поломки наблюдаются в «Шевролетах».
Неисправность сервопривода диагностируется в большинстве случаев с помощью компьютера и вылезают ошибки такого типа. Я не буду подробно останавливаться на эту тему, потому что есть хорошее видео об этом теме, и если кому-то интересно, рекомендую перейти по ссылке ниже под видео. Еще о признаке поломки сервопривода говорит такой симптом. Если из-под торпеды слышно какие-то странные звуки, жужжание при открывании и зажигании, тогда с большой вероятностью можно сказать, что причина – это поломка сервопривода. Как сервопривод чинится, есть об этом много видео на YouTube. И на этом тоже не буду останавливаться. Как вылечить сервопривод, ссылку оставлю ниже, под видео. Или если она не лечится, тогда можно ее купить даже на Алиэкспрессе. Для каждого автовладельца диагностирующее устройство – это незаменимая вещь. Всего за копейки можно купить автомобильный диагностический сканер. Ее легко можно подключить и с помощью вашего смартфона или компьютера вы будете знать все ошибки и проблемы о своем автомобиле. Вам не придется каждый раз идти в автосервисы. Разница между профессиональным дорогостоящим сканером и обыкновенным дешевым сканером в том, что профессиональные сканеры умеют работать и сканировать разные марки автомобилей, а обыкновенные сканируют только автомобили ограниченного производства. Поэтому во время выбора диагностирующего сканера в описании нужно обратить внимание именно для каких автомобилей и с какого года производства машины они работают. Ссылку на магазин оставлю ниже, в описании под видео. И, наконец, об еще одной причине, если с одной стороны дует холодный воздух. Тут причиной может быть термодатчики внутри печки, которые определяют температуру. Причина не так уж часто встречается, но нужно учесть, что такая проблема тоже существует. И диагностировать можно только с помощью компьютера. Нужно найти в программе группу, где именно отображается, какие данные передают эти датчики в бортовом компьютере. И если какой-то из них подозрительно, тогда нужно думать, что причина именно этот термодатчик. Например, если в машине установлена под торпеды 4 такого датчика и программа показывает, что 3 из них показывает в салоне 25 градусов, а 4 2 градуса или 45 градусов, это уже сомнительно. Наконец, еще причиной может быть блок клапанов климата. И такое устройство устанавливается, например, на автомобилях Audi. Иногда достаточно разобрать это устройство и почистить клапана. А если не помогает, тогда, конечно, лучше менять. И вот хочу попрощаться с вами. И прошу, друзья, если знаете еще какие-то причины, пишите в комментариях ниже. Подписывайтесь на наш канал и ждите новые видео.